Красим фермы молотковой краской мистер Хаммер огненно-медного цвета. Первый слой нанесли тонкий, грунтовочный, тоже мистер Хаммером другого цвета, серого. Это уже жирный, красим второй слой. Стараемся между слоями меньше времени оставлять, чтобы они схватывались друг с другом, там как покрасили, сразу второй стараемся наносить. Второй жирный слой вот так вот наносим. Получается, сначала поперек. Так вот наношу поперек. Так, везде прокрашиваю сюда. Потом вдоль. Раз, раз. Так вот, получается вот так вот. Такой вот молотковый эффект. Ну так вот, качество покраски такое же. Как краскопуль там. Ни стыков, ничего не видно. Все четко красится, все этими пузырьками все делается. Да. Вот так вот. Места. Это ригель ферма. Получается, места, где будут фермы в нее врезаться. Ну, вот здесь вот. Места эти мы оставляем, они у нас рассчитаны, где будет. И так вверх ногами она стоит. Сюда будет ферма врезаться. Мы их эти места оставляем, чтобы краска потом не подгорала. Краску зря не тратить. Ну, на эти места чуть меньше приходится краски носить. Здесь чуть-чуть не так рельефно получается, здесь, чтобы она не потекла. Но здесь побольше, здесь пожирнее, конечно, где горизонтальный. Ну, красим, получается, только горизонтальные поверхности. Здесь покрасили. Здесь потом переворачиваем, как чуть-чуть она схватилась. Получается, нанесли здесь, 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 здесь. Потом чуть-чуть схватилось, переворачиваем. Ну и так по кругу все ее красим. Получается, первый грунтовочный, второй жирный слой, и все. Получается вот такой рисунок красивый. Молоткового эффекта. Да, оба слоя мистер Хаммер идут. Первый серый мистер Хаммер, второй огненно-медный. Ну, эти места, когда мы уже установим, эти фермы потом подкрасим. Вот эти вот.